Здравствуйте, друзья! Я вас приветствую на своей кухне. У нас сегодня лаваш и рыба. Но если рыба и лаваш, то нужно готовить рыбу в лаваше. Главное приготовить очень вкусную заливку, которая пропитает и лаваш, и рыбку. И тогда все будет окей. У меня филе хека, я его разобрала. В нем хорошо, что нет костей, но зато много шелухи. Вот эту проблему хорошо очистить и от костей, и от шелухи. А так рыбка очень хорошая. И сейчас я буду готовить заливку для нее. Друзья, я потерла морковку, зелень, петрушка у меня, и сыр, и добавила немножко майонеза нашего вредного, привредного. Не, ну я шучу, не такого же вредного по сравнению с мировой революцией. Вот, друзья, ну, укладываем рыбку на лавашик, и сверху кладем наш соус, небольшое количество. Вот. И сверху укладываем помидорчик. Можем еще немножко нашей заливки. И заворачиваем. Вертики у меня получаются. Посмотрите, вот. Я их укладываю в формочку и потом заправлю яйцом. Смажу. И для заливки, для смазки наших конвертиков я вот разбила яйцо, налила, ну, ложки 3 сметаны, наверное. И вот сыр у меня тертый, как прикопченный, сметанку, сыр. Можно немножко перца или каких-то специй добавить, это по вашему вкусу. Вот готова наша заливочка. Хорошенько смазываем все ее. Промазываем. Я думаю, наверное, надо ее просто залить сюда. Приклеились конвертики. Сейчас я буду выкладывать их на тарелочку. Конвертики нарядные, прижаристые получаются. И очень вкусные. Очень можно, можете попробовать. Насколько это все, этот сок пропитал и рыбку, и очень вкусно.